Ну вот, наконец-то подвелилась наша рыбка. Поместили мы ее в бочку, развесили. Приготовили коптилку. Вот она, вишневая щепа. Все, закрываем и поджигаем. И через минут 5 процесс пойдет. Вот наша коптилка разошлась. Ну вот, сейчас будем потихоньку все это вынимать, снимать и пробовать. Вон какая получилась рыбка. Вся прекрасного товарного цвета и вида. И так у меня такие получились. Отлично. Где у нас налим-то? Вот он. А вот такой вот получился налим. Натурпродукт. Так что вот так вот все здорово. Вот все. Так, давай еще разок пробежимся по конструкции коптилки. В общем, до конструкции коптилки все понятно. Труба, сюда засыпается щепа или щепа, как это говорится правильно. Здесь стоит центробежный вентилятор, который подает туда воздух. И с постметодом инжекции все это отсюда забирается, поджигается здесь. И образуется туда вот такой вот дымогенератор. И все это преобразуется в конечном итоге в такую вкуснятину. Вот такую. Вот такого приятного цвета получилась наша рыба. Вот этот вот налим. Это окунь. Вот, как-то так.